Итак, дорогие друзья, трюк Родео заключается в том, что контроль автомобиля происходит одной рукой, одной ногой. Остальная часть тела, как у настоящего ковбоя, находится за бортом автомобиля. Давай! Никита Шига и стоковая Toyota GT. What is it to change? GT cut you off! It's a freestyle! Восьмерку, нарезаем свои дни.